Группа ученых создала, как они говорят, самый черный материал на Земле, который поглощает практически весь свет, который с ним сталкивается. Материал разработала исследовательская группа из научно-технологического университета в Саудовской Аравии. Особенность материала заключается в том, что он состоит из серии крошечных наносфер, каждая из которых крепится к наноцилиндру. Благодаря такой структуре его поверхность может поглощать от 98 до 99% света в диапазоне длин волн между 400 и 1400. При этом эффект достигается независимо от угла поляризации, при котором свет попадает на поверхность. Полученный материал обладает огромным потенциалом. Команда исследователей, которая стоит за его созданием, считает, что его можно использовать в частности в солнечных батареях для накопления энергии.